Запорожский режиссер снял фильм о таксисте, который, по его словам, поймут только местные жители. Таксисты бывают разные, но практически все они ведут себя одинаково. В этом уверен запорожский режиссер Антон Жадько. Он решил сломать стереотипы, снял короткометражку «Атипичный таксист» и создал образ необычного, как считает запорожского водителя. Лента, по словам автора, затрагивает темы, актуальные для нашего города и всей Украины. Премьера фильма состоялась в кинотеатре имени Довженко, там побывала Александра Глазунова. Она разузнала интересные подробности съемочного процесса. Фильм длится всего 15 минут, но, как уверяет режиссер Антон Жадько, этого вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к актуальным проблемам Запорожья – строительству мостов, отношению к памятникам, национальному заповеднику и не только. Мы – родина запорожского казачества. Не можем выучить родную мову. А вот русский язык – аж бегом. Антон Жадько рассказывает, сценарий написал по мотивам одного из запорожских блогов. Его впечатлила статья о городе, и он решил создать об этом фильм. Режиссер отмечает, образ таксиста выбрал не случайно. А кто такие таксисты? Таксисты – это люди, которые с утра до вечера возят абсолютно всех, от мала до велика. И, на мой взгляд, это люди в какой-то степени философы, они любят, у них есть время на то, чтобы обдумать любую тематику, у них есть свое четко сложившееся мнение по поводу практически всех вопросов. Это оптимальный образ для человека, который разбирается абсолютно в любой проблеме, которая касается данного города. Как вам наш город? Вы знаете, очень красивый. А, кстати, все наши красивые здания, вот как это, например, это театр, строили не запорожцы. Да, кто? Немцы, меноники. На съемку короткометражки ушло всего 2 дня. Главный герой фильма – атипичный таксист, а в жизни актер Тюза Юрий Кулинич признается, в творчестве уже почти 15 лет, и это впервые, когда он не успел до конца прочувствовать роль. Вы знаете, не было времени, все снималось за один день буквально, и все. Были какие-то корректировки Антона, давая своими словами по смыслу, но как бы с народной подачей. Вот. И все. Все было быстро, вживаться некогда было. За один день все сняли, на второй день сняли виды и все. Но тем не менее, играть роль нестандартного таксиста Юрию понравилось, делится актер. Говорит, в реальной жизни таких водителей встречать не доводилось, но хотелось бы. Вот поправьте меня, если я не прав. Вот только наш народ покупает спутниковую тарелку, чтобы смотреть украинские новости по российским каналам. А как-то еще можно? А что, другие варианты вообще есть? На съемку фильма были потрачены десятки литров бензина. Творческой группе пришлось проехать более 200 километров по Запорожью. Автор Антон Жадько уверяет, в короткометражке продумана каждая деталь, вплоть до маршрутов, по которым главный герой-таксист возит своих пассажиров. Найти фильм «Атипичный таксист» можно в соцсетях в крупных запорожских сообществах. Антон Жадько говорит, если короткометражку оценят жители города, не исключено, что появится и вторая часть. Ведь о Запорожье, уверен режиссер, можно снять еще не один фильм. Когда же они эти мосты построят, а? Да. Безобразие. Согласен. Такими были эти 7 дней. Делайте выводы, а акценты расставим мы, но уже на следующей неделе. Всего доброго и увидимся!